Добрый день. Уже обед. Вот. С утра, да целую ночь. И с утра буквально вот час назад только закончился дождь. Думал, ничего уже не будет. И по прогнозу там чуть ли не каждый день, целую неделю будут дожди. Ну вот сегодня с обеда вроде вот так подсохнет. И ветер был, и дождь, и у нас нашу сирень, видите, она немножко наклонилась, намочилась. Вот. И вот так она разошлась. Я тут проволокой стягивал, ну, алюминиевая проволока, она оборвалась. Так что сейчас, наверное, стальную найду. Ну, посмотрим. Надо более их стянуть вот так, а то поломается. Вот. А она вот красивая какая. Вот такое болото. Я, кстати, вчера автомобиль не выгнал наверх. Сегодня с утра дождь. И думаю, так, мы в заторниках остались. И я не смог выехать. Попробовал немножко, пробуксовывает. Я и перестал. Ну, благо, вот сейчас подсохнет, выгоню. Сейчас вам покажу нашу стену и погреб. Кстати, вот же грядка, на которой я вывез грунт. Три тачки тут Вита уже разровняла и посадила. Посадила те цветочки, которые купили. Ну, не досадила, то она ж посадила туда у вазоны, а это вот на грядку. Видите, красота. Пускай живут, разрастаются. Вот так. Видите, какое все сырое, мокрое. Ну и вот, пока не подсохнет, продолжать никак, увы, не получится. Вот, сплошная глина. Вот, смотрите, видите, что делает. Как, о. Вот. Вот такое все налипает сразу. Так что надо, чтобы оно все подсохло. Вот такое дело. И видите, я еще не вывез даже кирпич битый с этой стены. Ну, вчера был выходной день, воскресенье, поэтому мы с грибочками там разбирались, покушали. Он, ой, как хорошо ей. Вот так, ага. Сегодня ты в настроении, показываешь себя, да? Чуть подсохнет, буду уже фундамент сюда заливать. Ну, это явно не сегодня, оно не высохнет сегодня, а на завтра опять дождь обещают, так что я не знаю, целую неделю нельзя будет тут явно заниматься, набрался, видите, все, то есть нельзя даже зайти сюда. Хорошую идею тут подсказали в комментариях. Яблони ж цветут, показывал, то и все уже распустилось зеленое, так что я, возможно, запущу коптер. И вот тут мы полетаем, посмотрим. Ну, я решил не проволокой связать, вот синтетический шнурок, который не гниет и для дерева будет лучше. Он немножко гибкий же и чуть-чуть может и потянется, не будет впиваться в эту. И сейчас надо стянуть. Ну, а дальше будет видно. Ну все, теперь, думаю, уже не сломается. И вот оно стало вверх уже поднято. Думаю, нормально будет. И вот вчера я завозил, у нас уже там кирпичи в яме были, видите. Несколько тачек туда. Заложил уже грунтом. Ну, будем сюда продолжать. Стройка началась, а погода не дает. Ну, тут уже никуда не попрешь против природы. Будем ждать хорошей опять погоды. Ну, сейчас коптер, наверное, запустим.
Вита вчера больше ведра насобирала, а сегодня ж после дождя, в обед где-то он только ж перестал, решила тоже пройтись. И вот уже наросло. Так что еще есть полведра грибов. Мы столько не съедим уже. Ну, больше уже пока не будет ходить, и они уже, наверное, уйдут. А грибы? Не вешенки, а редовки. Это оговорились тогда. И такие Вита с детства еще собирала. Так что мы уже пожарили порцию и покушали. Так что все нормально. Ну что, посмотрим, какая красота у нас с коптера. Добрый день! Начнем опять с погоды. Уже под утро начался дождь. Ну, как бы дождь прекратился. Я уже с утра был в райцентре, скупился там продукты и кое-что другое. И потом мы начали светоуборку в доме. И только сейчас освободились. И при уборке камин у нас уже не топится. А там возле камина у нас вот такая бочка. Но это не бочка, это я не знаю, как называется, что-то другое. И вот такое не выбрасывать. Мы нашли от старых хозяев и приспособили туда. Она возле камина стоит. Кто смотрел влоги и видел камин, на фоне там стоит бочка. И туда складывается на распалку. Мелкие такие, дровишка и так далее, потому что более крупные у нас там ниша ж есть. И вот она же вот такая, видите? Как нашли, так и поставили. Ржавые вот эти кольца, доски тут рассохлись, но никто же мочить не будет их. Вот. Поэтому они так и будут, а видите, а кольца уже проседают. Ну, и чем мы сейчас займемся? Я сейчас часть сниму, пошкурю все эти досточки. Покрою же вот так. И вот эти кольца, видите, я их дальше чуть позабивал. Потому что когда она мокрая древесина, то тогда они нормально стояли. А сейчас они садятся аж туда. Ну, мне же надо будет их поставить так, как надо. Я, наверное, просверлю отверстие и поприкручиваю. Нам не надо, чтобы она воду держала. Воды здесь не будет. И сейчас мы это дело пошкурим, облагородим. Кольца покрашу черный цвет, а это будет, ну, под дерево. Погода сейчас очень непонятная. За день несколько раз может быть дождь, солнце
и грунт сырой, не покопаешь, не повозишь. Поэтому вот солнышко появилось, занимаемся вот этим. А по прогнозу еще целая неделя, наверное, вот такое непонятное. За день по пару раз. Уже дождь сегодня был, и сейчас опять вроде там надвигается. Ну, посмотрим. Пока есть время, займусь вот такой мелочевкой, но приятной. Не буду снимать это кольцо. Распадается, нижнее особо не держит. Оно тоже болтается, видите? Вот. Так что пока это останется, вот это почистится, все зашкурится. Когда вот это уже поставится на место, рассыпется ж. Вот это вся ерунда, а потом по досточкам собирать, а если их перепутаешь, оно уже не будет так нормально держаться, подгонять придется. Чуть-чуть проблемка. Ну, сейчас я посмотрю. Если это кольцо снимется через вот это, тогда, в принципе, ну вот это само собой снимется. Будет более-менее нормально. Ну вот так, будем по очереди. Сейчас я вот это все зашкурю, когда тут два кольца стоят. Потом кольцо вот это сделаю. Забью верхнее, сниму вот эти, пошкурю и пошкурю уже вот это остальное. Ну вот половину как бы уже зачистил. Я потом еще буду шкурить, чтобы было вообще гладенькое, когда уже набьются все кольца. И сейчас вот это кольцо пошкурю. Надену сюда, это сниму, пошкурю здесь, потом это сниму. Я не успеваю сделать. Погода не дает. Видите, вот уже зашкурил. Еще сейчас вот это кольцо надо снять и там же пошкурить. Вот. Но ничего не могу сделать. Вы посмотрите. Вот. Вот что сюда тянет. Сейчас минут через 5 будет гроза. Вот такое дело. Так что продолжение явно будет завтра. Чего я подумал? Значит, я сначала думал, что вот эти кольца я покрашу в черный цвет, вот типа вот так. Но это полностью обновить, это раритет этой бочки. Там столько ржавчины было, что я не знаю, ей, наверное, почти 100 лет точно так, как было этому дому. Поэтому вот это я пошкурил, ржавчину поубирал, ту, которую отлущивалась. А тут уже все вот такой металл. Я еще потом пройдусь уже в ручном режиме наждачкой и покрою все лаком. И оно будет в таком же лофт-стиле, как у нас. Вот. И как раз до камина будет вот такая у нас бадья. Ну, вот это станет чуть желтее, само собой, понятно. А вот это останется вот таким прозрачным лаком, будет все вскрыто. Ну и ржаветь не будет. Но это уже окончание будет, наверное, завтра. Так что вот так. Потому что ветер уже начинается и видите, что делается. Ну вот такая у нас погода. Так что смотрите канал Трепанация. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. То ли еще будет. Пока!